Твой первый опыт, каким он был? Самый первый опыт у меня произошел 2 года назад. Само как-то произошло, даже не знаю, как это рассказать. Даже не знал, что такое вообще существует. Товарищи уговорили. Там было типа какого-то фестиваля. Я смотрел, думал, попробовать. Я только подумал, почему нет, попробую. Просто невозможно уже было остановиться. Не хочешь бросить? Нет. Ни в коем случае? Нет, никогда. У меня был перерыв, мне было тяжело без этого. Бросить? Нет, ни в коем случае. Я периодически, конечно, думал об этом, сейчас реже. Я из-за этого в какой-то степени жить не могу. Как это повлияло на твою жизнь? Я увидел результат. Я не могу представить себе жизнь какую-то другую. Я нашла себя, и я поняла, чем я хочу заниматься в этой жизни. Я поняла, что такое делать добро. Я верю, что, помогая другим людям, ты можешь в первую очередь помочь себе.